Один из первых принципов программирования гласит, если есть какой-то код, который выполняется более одного раза, пишем функцию. Неважно, одна строчка, 100 строчка. То есть не надо бояться, они не замедляют работу, да, не надо бояться. Потому что, ой, зачем лишний раз функция? Она не замедляет, все нормально. Вот. Мало того, нормальная программа, они только из функции состоят. То есть там самого хода вот так чуть-чуть, в нужных местах дергаются функции. Что у нас в PHP? Что нам предлагает для этих целей PHP? PHP нам для этих целей предлагает следующую вещь. Вот, да. Значит, мы должны эту функцию продекларировать, как бы, да, скажем, продекларировать и описанием, да, своим. Вот, функция, соответственно, декларируется. Так, сейчас я не понимаю. А, нет, не те функции. Что мне сделать? А, я вот это возьму. Открою, да. Вот это открою. Отлично. Так вот, смотрите. Function. Волшебное слово. Имя функции. Оно регистр независимое. Я уже говорил, у нас PHP только переменная, это константа наполовину регистр зависимая. К именованию функций применяются все те же самые требования, как к именованию переменных. То есть буквы, цифры, подчеркивания, но не должно начинаться с цифр. Вот, да? Потом так, смотрите, круглая скобка, фигурная скобка. О. Ну, сразу скажу, обратите внимание, что функция не может разрываться блоком. Она должна описана быть в одном блоке. То есть, условно говоря, я не могу вот так закрыть, что-то там сделать, а потом открыть. Да? Так мы сделать не можем пока, по крайней мере. Да? Вот. И функция будет у нас вот такого плана. Она будет сейчас такая привитивненькая. Давайте сделаем вот так. Она будет говорить что? Hello world. Вот. И все. И больше ничего. Теперь, когда PHP идет по коду, он на самом деле видит вот так. Вот так. По функции. Вот так. Я обогнул и пошел. Идет до тех пор, пока мы... мы сейчас еще допишем кое-что, подождите. Вот так, да, конечно. Вот, идет, пока не напорится на ее вызов. А вызывается она очень просто. Мы пишем имя функции, круглые скобки, точка с запятой. Ну, давайте ее 3 раза вызовем. Вот, что нам это дает? Бабам! 3 раза получили hello world. Ха! Все. Казалось бы, да? Вы скажете, казалось бы, ну зачем нам нужно было здесь писать функцию? Ну, одна строчка, мы были здесь, да? А нет. А что, если мне сейчас захотелось... А как бы 3 восклицательных знака, да, поставить?